Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть в Warcraft 3 Dragon of Chaos. Ну, я не знаю, как правильно переводится этот. Так, один игрок. Компания. Так. Компания Альянса. Падение Ландерона. Так. Пришествие чумы. Принц Артес, мы ждем уже несколько часов. Вы уверены, что ваша знакомая все-таки появится? Уверен. Джайна всегда немного опаздывает. Мы должны помочь ей. Уберите меч, капитан. Она сумеет постоять за себя. Захреначила. Огра. Господа, я рад представить вам мисс Джайну Праудмур. Воспитанницу Кирин Тора и самую талантливую волшебницу этих земель. Похоже, ты не потеряла своей хватки. Рад тебя видеть, Джайна. И я рада, Артес. Давненько меня не сопровождал сам принц. Да уж, пожалуй. Кажется, нам пора в путь. Пора, пора. Насколько нам известно, чума зародилась к северу отсюда. Мы должны осмотреть все поселения вдоль Королевского тракта. Давай. Как это у нас будет? Я служу свету. Не нужно кланяться. Не мешай мне думать. Я служу свету. Где враг? Ага. Я служу свету. Это забавно. Свет дает мне силу. Я могу помочь. Не мешай мне думать. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас позади осталось. Ну тут я навряд ли думаю, что что-то что есть. Что прикажете? Да, ваше сиятельство. Будет исполнено. Не нужно кланяться. Отличный план. Конечно. Ой-ой-ой. За честь и отвагу! Какой у тебя план? Во имя правосудия. Конечно. Не мешай мне думать. Я служу свету. Какой у тебя план? Свет дает мне силу. Не нужно кланяться. Давай. Где не мешай мне думать. Свет какой дает план? Мне силу. Я служу свету. Давай, захреначим его. За честь и отвагу. Вот так. Чуть не упустили. Жалкий глупец. Я могу помочь. Вот так. Свет дает мне силу. А, все, да? Ну вот, смотрите-ка. Они получат по заслугам. Да. Во имя правосудия. Здесь у нас что? Ничего. Я служу свету. Где враг? Отличный план. Так, тут у нас никого нету. Разумеется. Ну, пойдем. Отличный план. Разумеется. Что тут? Принц Артес, с мостом что-то не так? Конечно. Что-то не так. Ладно. Разумеется. Конечно. Разумеется. Детишки бегают. Конечно. Ну-ка, давай глянем. Приветствую вас, милорд. Отличный план. Конечно. Все, там раскрыли карту. Отличный теперь план. Теперь можно уже и сюда подходить. В окружную пойдем. Милорд, какие-то твари разобрали дальний конец моста. Через реку можно перебраться другим путем, но это довольно опасно. Разумеется. Разумеется. Конечно.
Отличный план. За честь и отвагу! Отличный план. Что у нас тут? Разумеется. Мне надо прокачать героя как можно лучше. Отличный план. Перережем их всех! Разбойники! Спасайся, кто может! Не мешай мне думать. Давай. Грабим город! Спасите нас! Давайте. Свет дает мне силу. Прокачиваем героя. Отличный план. Спасибо тебе, храбрый воин. Прими это в знак моей благодарности. Так, зелье получено. Так, целебное зелье. Разумеется. Давай-ка вот так вот сделаем. Это забавно. Все, сюда теперь. Во имя правосудия. Отличный план. Для начала сюда сходим, посмотрим, что у нас тут. Разумеется. Ёлки, моталки. Отличный план. Конечно. Все, больше никто ничего не грабит. Конечно. Милорд, неподалеку находится древний источник. Согласно легенде, его святая вода способна исцелять раны. Это может нам пригодиться. Ты сам напросился! Ну-ка, давай. Опа! Так. Среднее повышение. Повышение скорости регенерации у войск, находящихся поблизости. Ну, давай-ка вот так вот пока. Дождь. Это забавно. Я могу помочь. Конечно, я позабочусь об этом. Ненавидит насилие. Я посмотрю. Бум. Не нужно кланяться. Какой у тебя план? Ты сам напросился. Давай. Где враг? Отличный план. На. Не нужно кланяться. Поздно просить пощады. Снесите эту хибару. Смотрим. О, молот силы. Разумеется. Так, ладно. Я могу помочь. Ненавижу насилие. На. Давай. Какой у тебя план? Я позабочусь об этом. Свет дает мне силу. Не мешай мне думать. Нет, тут нет у нас ничего такого, переходика нету. Нет. Я посмотрю. Где враг? Отличный план. Это забавно. Звучит неплохо. Не мешай мне думать. Это забавно. Свет дает мне силу. Давай. Присоединяемся. Ну, получается? Да что нету, еще как получается? Я могу помочь. Давай. Помогай. Ты сам напросился. Издалека бахай. Ненавижу насилие. Ты сам напросился. Во имя правосудия. Снесли. Конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Не нужно кланяться. Не мешай мне думать. Готовьте щиты!
Стрелы не пробьют их! Защищайтесь! Скелеты! Уничтожить их немедленно! Это забавно. Я позабочусь об этом. Не. Свет дает мне силу. Ой, один помер у меня. Но не беда. А слово совсем. Что это за твари, сержант? Нежить, милорд. Вся деревня словно обезумела. Мы старались защитить жителей, но... Кажется, мы нашли корень всех зол. Звучит неплохо. Я посмотрю. Ладно. Я позабочусь об этом. Где враг? Во имя правосудия. Какой у тебя план? Да план-то у меня простой. Я посмотрю. Я позабочусь об этом. Я служу свету. Отличный план. Я могу помочь. Вот так вот это все выглядит. Какой у тебя план? Где враг? Конечно. Это забавно. Так. Интересно. Звучит неплохо. Интересно. Вау, зелье маны. На. Я посмотрю. Свет дает мне силу. Я служу свету. Опа. За честь и отвагу. На. Во имя правосудия. Не мешай мне думать. Вот так вот. И еще добавил. Нормально. Я служу свету. Конечно. На. Отличный план. Свет дает мне силу. Не нужно кланяться. Должно быть, это и есть тот источник, о котором да. говорится в легенде. Любой, кто испьет воды, освященной божественным светом, обретет исцеление. Обрел исцеление. Что, миссия пройдена? Ладно, отправьте раненых бойцов. Так, оно уже... Не нужно кланяться. Какой у тебя план? Так. Ну, давай-ка на всякий случай, мало ли. Хотя, рановато, конечно, но ничего страшного. Где враг? Так, задание. Осмотрите окрестности деревень. Артес не должен погибнуть, Джайна не должна погибнуть. Осматриваем. Разумеется. Конечно. Так. Отличный план. Конечно. Отличный план. За честь и отвагу! Окрестные деревни. А вот сюда мне надо. Отличный план. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. План-то отличный. За честь и отвагу! Чумной амбар. Кажется, будто вся земля вокруг амбара пропитана смертью. Как ты думаешь, может ли это зерно быть заражено чумой? Надеюсь, что нет. На ящиках печать Андорала, торговой столицы северных земель. Я даже представить себе боюсь, сколько деревень будет охвачено эпидемией, если зерно действительно отравлено. Звучит неплохо. Ненавижу насилие. Ты сам напросился. Блин, долго ты амбар бьешь. Да, сэр. Проклятые твари! Проклятые твари! Проклятые твари! Так. Не нужно кланяться. Отличный план.
они получат по заслугам. Ой-ой-ой. Хренака их. За вот моего отца! Что, лечение? Давайте лечение прокачаем. Свет дает мне силу. Кого тут не добили мы еще? Разумеется. За честь и отвагу! Конечно. Разумеется. Да, мы-то не будем разорять, да, деревню? За честь и отвагу! Конечно. Я служу свету. Разумеется. Не мешай мне думать. Не нужно кланяться. Мир вам. Мы, жрецы из Кель-Таласа, пришли, чтобы исцелить эту землю. Мы высоко ценим великодушие эльфов. Земля вокруг второго амбара тоже заражена злом. Мы заглянем туда. Не нужно кланяться. Отличный план. За честь и отвагу! Где враг? Теперь я действительно зол. Не мешай мне думать. Пройдем немножко вперед. Это забавно. Я посмотрю. Я служу свету. Отличный план. Я могу помочь. Свет дает мне силу. Не нужно кланяться. Во что это вы стреляете? Разносим по костям этих чертовых скелетов, сэр. Горящие деревни прямо кишит им. Давай. Мне нужна ваша помощь. Нужно уничтожить амбар на окраине деревни. Прикажете открыть огонь? Ва! Это забавно. Я служу свету. Конечно. Не нужно кланяться. Все. От щиты ушли. Не мешай мне думать. Какой у тебя план? Укажите цель. Так, ты-то у меня отдельно будешь. Давай-ка я тебя, чтоб не перепутать. Надо уничтожить, да, значит? Я служу свету. За моего отца! Ой. Сейчас-то вообще почти непобедимы. Я могу помочь. Свет дает мне силу. Я позабочусь об этом. Мантия ученого. Во имя правосудия. Это забавно. Вот так вот. На. Плюс три. Где враг? Ладно, мы потом. Это все уйдет нахрен. Свет дает мне силу. Не нужно кланяться. За честь и отвагу! Разумеется. Прикажете открыть огонь? Хороший ход. Где истина-то? Конечно. Ладно, будем ждать. Отличный план. Мы раскрыты, братья. Уходите и продолжайте действовать по нашему плану. Увы, я не могу остаться с вами. Меня ждут дела. Козлина. Кажется, это создание собрано из кусков разных тел. Бросил давай всех. Сначала убьем его, а потом будем рассматривать. Так самое, что благословение на него очень хорошо действует. Я служу свету. Конечно. На. За моего отца. На. Не мешай мне думать. Не нужно кланяться. Ну что ж, приказывайте.
Где? Ой-ой-ой. Нужно уничтожить этот амбар. На. Тихо, тихо. Это забавно. Телепортация. Так, ману что ли восстанавливать? Среднее повышение. Единица здоровья. Давайте по порядочку так и будем прокачиваться. Во имя правосудия. Прикажете открыть огонь? Какой у тебя план? Не нужно кланяться. Опа. Опа. Да, сэр. Проклятые твари! Что это было? И кто этот маг в черном? Думаю, некромант. Наверняка это чума. Его рук дело. Готов поспорить, что мы встретим его в Андорале. Там мы найдем ответы на все. А куда еще-то идти-то? Если по прямой. Так. Так. Заверши. А, продолжить. Потому что у нас по времени-то всего 20 минут. Еще одну главу сможем пройти. Смотрите, это прислужники некроманта. Что они делают с рудником? Нет времени выяснять. В атаку! Порочат его или как он? Проклятие на этих людишек. Они посмели вмешаться в дела нашего повелителя. Разобьем лагерь здесь. Пока вокруг шныряют прислужники некроманта, я не пойду внутрь без подкрепления. Я тоже. Полностью с тобой согласна. Итак, давайте начнем. Вот у нас уже начинается строительство. Подкрепление, значит. Во имя правосудия. Не мешай мне думать. Что прикажете? Я служу свету. Разумеется. Так. Готово. Где враг? Отличный план. Я могу план. Помочь. Готово. Какой у тебя Я план? Я служу свету. Шухер! Это забавно. Свет дает мне силу. Давай. Готово. Хреначим их. Не нужно кланяться. Поздно. Пока сможем за себя постоять. Какой у тебя план? Звучит неплохо. Где враг? Они получат по заслугам. Опа. За честь и отвагу. Блин, долго строите? Это забавно. Во имя правосудия. Разумеется. За моего отца. Да. Отличный план. Неподготовленный. Как это неподготовленный? Все, я подготовленный. Жалкий глупец. Где враг? Конечно. Поздно просить пощады. Какой у тебя план? Это забавно. Я посмотрю. На. Давай, давай. Хреначим. Я служу свету. За моего отца. Давай, 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 давай.
я готов. За моего отца! Надо побыстрее уничтожать их. Ты глупец. Чтоб они здесь не появлялись, нахрен разнести им. К чертям все и вся. Я готов. Работа. Да. Да, так. Господин. Опять работа. Хорошо. Да. Хорошо. Опять работа. Ну, я пошел. Да. На нас напали. Хорошо. Не мешай мне думать. Я могу помочь. Так. Какой у тебя план? Где враг? Свет дает мне силу. Давай, давай, давай. Готово. Чего? Готово. Опять работа. Готово. Готово. Хорошо. Да. Так, лесопилка. На нас, ну, на вот здесь. Во имя права. Давай, потихонечку, по порядочку будем. Я готов. Чего? Хорошо. Опять работа. На нас напали. Так, не хватает дерева. Готово. Да, мы знаем, что не хватает. Да. Давай, начали тогда. Ну, деревья выкашивать. Не нужно планиться. Отличный план. Конечно. За моего отца! Нельзя на себя. Где враг? Поздно просить пощады. Давай. Готово. За моего отца. Опять работа. Готово. Так, что мне надо? Кузница. Хорошо. На нас напали. Да, господин. Так. Ну, я пошел. Опять работа. Хорошо. Во имя правосудия. Поздно просить пощады. На, получи, козел. Жалкий глупец. Поздно просить пощады. Да. За моего отца. За него самого. Не нужно плавиться. Отличный план. Готово. Опа. Так. На что жалуетесь? Повинуюсь. Где враг? Чего? Ты дома строй давай. Хорошо. Чего, конечно. На нас напали. Во имя правосудия. Готово. Ну так. Да, господин. Так. Ну, я пошел. Дома строй, строй дома. Не хватает дерева. Да, дерево сейчас будет, все будет. Готово. Уже носят. Да. Угу. Исследование завершено. Готово. Вот в эту сторону рубите. Опять работа. Быстрее носить будете. Да. Так, еще надо дома. Хорошо. Мне пока строить-то в основном-то и нечего. Я могу такого помочь. Так, нужен один опять рабочий.
Готово. Вот здесь. Да, господин. Давай, немножко осталось. Хорошо. Исследование завершено. Так. Готово. Надо побольше пушек тогда будет построить или как? Кузницы они будут. Чего? Что у нас там? А, это после развития вот кузница будет. Готово. Не-не-не, ты мне нужен домик. Готово. Хорошо. Вот здесь. Да. Не хватает дерева. Чего? Хорошо. Да. Постройка завершена. Всё. Ну, я за деревом. Постройка завершена. Что завершилось-то? А, вот что завершилось. Значит, опять исследование можно завершено. Построить. Мастерскую. Исследование завершено. Хорошо. Так, а вы-то что здесь стоите вдалеке? Так точно. Давайте сюда уже подтягивайтесь. Да. Хорошо. Ну, все. Хотя ты-то можешь... Не хватает дерева. Ну, дерево давайте таскать. Ладно, бог с вами. Свет дает мне силу. Не хватает дерева. Сколько не хватает? Все, теперь все хватает. Ну-ка, давайте-ка я подсохранюсь. Где враг? Я служу свету. Где враг? Они получат по заслугам. Свет дает мне силу. Я служу свету. Я могу помочь. Во имя правосудия. Конечно. Приступаю. Какой у тебя план? Свет дает мне силу. За честь и отвагу. Давай. Помер, да, все-таки? Давай тогда. Добиваем ее. Не мешай мне думать. Постройка завершена. О, так я неплохо справляюсь пока что. Постройка завершена. Да. Отличный план. Не нужно кланяться. Я могу помочь. Свет дает мне силу. Не мешай мне думать. На нас напали. Чего? Эх, что мне надо еще? Еще одну лесопилку. Золото. А, золото. Хорошо. Ладно, пока здесь. Какой у тебя план? Ненавижу. Не нужно кланяться. Жалкий глупец. Разумеется. Разнесите нахрен ее. Побыстрее. Прекрасно. Конечно. А здесь у нас... Не мешай мне думать. Повышение маны будет. Я служу свету. Они получат по заслугам. Давай. Добей, чтоб еще не вылез один. И уж потом с этим-то разберемся. Теперь я действительно зол. Ну, все-таки 11 тысяч, знаете ли. Здравия желаю! Орудие к бою!
Так, где у меня тут? Да. Лентяй. Ставим ратушу. Хорошо. Вот здесь. Не нужно кланяться. Так, мне надо вот эту сторону еще сходить. Укажите цель. Рано туда суваться. Во имя правосудия. Так. Не хватает золота. Золота не хватает. Их трое носит, надо чего? Побольше, чтобы носило. Ну, я пошел. Четыре, по-моему, до пяти, что ли. Опять работа? Я готов. Чего? Хорошо. Чего? Того. Хорошо. Я готов. Вот хорошо. Он. Вот он. Да, господин. Хорошо. Так. Не нужно кланяться. Разумеется. Я готов. Конечно. За честь и отвагу! Исследование завершено. Отличный план. Конечно. Разумеется. Давай, давай. Конечно. За моего отца! На. Поздно просить пощады. Какой у тебя план? Когти. Боевые повышенные силы атаки героя на 6. Во имя правосудия. Да. За честь и отвагу. Вот так вот. Конечно. Чего? Хорошо. Ты что там построил? Завершено. Строй давай быстрее. Так, тут у нас все. На нас напали. Это забава. Давай. Где враг? За моего вот отца. Как вообще посмели на меня напасть? Вы что, якобы не знали, кто я? Отличный план. Готово. За честь и отвагу. Поздно просить пощады. На. Разумеется. За честь и отвагу! Не мешай мне думать. Исследование завершено. Не нужно кланяться. Здравствуй. А что мне тут? Пока ничего не надо. Я могу помочь. Свет дает мне силу. Давай сюда. За моего отца! Бумк. Исследование завершено. Раз, два, три. 4. К бою готов? Для начала. Так. Я служу свету. Вот такой, смотрите, маленькая группировка. Это, я да? готов. Прошелся. Отличный план. Разумеется. Поздно просить пощады. К бою готов? Да. Я готов. Отличный план. Опа. Конечно. Господи. До пушкаря даже дошел.
бою там готов. Нету никого. Отличный план. Я готов. Конечно. Вот сюда пойдем. Да, господин. Да. Хорошо. Давайте. За денежкой. Ну, это хорошо, опустошает. К бою готов? Во имя правосудия. Давай, голем. Теперь я действительно зол. Какой у тебя план? Я могу помочь. Я служу свету. За честь и отвагу. Так, ситок исцеления. Я могу помочь. Свет дает мне силу. Конечно. Конечно. Жалкий глупец. Отличный план. За честь и отвагу. Какой у тебя план? Во имя правосудия. Пойдем, пойдем. Что-то подобрал, не посмотрел. Конечно. Что подобрал? Отличный план. Опять работа. Ну, я пошел. Хорошо. Давай. Ну, давайте сохранимся еще разок. Я почему так долго продвигаюсь? Потому что надо персонажей прокачать. Не нужно кланяться. Так, а что я взял-то? Это забавно. Во имя правосудия. Не мешай мне думать. Я служу свету. Так, ну, пойдем. За честь и отвагу. Конечно. Дайте цель. Иду. Вот здесь вот еще кто-то может быть. Какой у тебя план? Ты сам напросился. Я могу где помочь. Враг? Разумеется. Да, господин. Пока. Ну, я пошел. Опять работа. Я служу свету. За честь и отвагу. Так, этот строит. Эти таскают, пока все хорошо. Золотой рудник скоро иссякнет. Ничего страшного. Я вон там хочу посмотреть, кто там таится. Да. Хорошо. Свет дает мне силу. Да, господин. Чего? Да. Хорошо. Да, господин. Давай. Опять работа. Срубите нахрен эти елки. Хочу узнать, кто там. Жажду прямо узнать, кто там. Скрывается за елками. Где враг? Не мешай мне думать. Пойду. Во имя правосудия. Чего? Угу. Да, господин. Ты-то куда с мешком? Таскай дальше. Где враг? Ну, отойди в сторонку, ты не мешай. Опа.
Чего? Ну, я пошел. Не нужно кланяться. Отличный план. А ты куда пошел-то, блин? Готово. Да, господин. Золотой рудник обрушился. Ну и прекрасно. Опять работа. Хорошо. Все. Так, деревьев у нас до хрена. Че у нас? Нету там никого. Прикажете открыть огонь? Можно идти сюда. Я иду. Я тоже. За честь и отвагу. Так, отряд номер 5 будет у меня-то. Вот такой вот небольшой пушечный отряд. Ну так, что отряд ж, номер приказывайте. 5. Да, господин. Угу. Ну вот, поближе берите уж. Раз там никого нету. Не нужно кланяться. Все, эти носят, эти таскают. Тоже предели. А, один все-таки филонит. Чего? Да, господин. Так, а ты постройка тогда казарму. Вот здесь. Как раз пока дойдешь там. Во имя правосудия. Отличный план. Приветствую тебя вновь, дитя. Я Келтузет. Хочу предупредить тебя. Оставь это дело. Твое любопытство тебя погубит. Это чума. Твоих рук дело, некромант. Да. Это я приказал последователям культа проклятых распространять зараженное зерно. Но идея принадлежит не мне. О чем это он? Я служу Малганусу. Его карающая плеть очистит эти земли, и здесь раскинется царство вечной тьмы. Не уточнишь ли ты, от кого он собирается очистить эти земли? От живых, конечно. Его план уже начал исполняться. Если тебе нужны доказательства, загляни в Стратхольм. Интересно, если убить всех живых, чем же тогда управлять-то будешь? Где враг? Они получат по заслугам. Прикажете открыть огонь? Можешь быстрее? Иду. Им конец. Ага. Свет дает все амбары пусты. Груз уже отправлен. Мы опоздали. Да. Опоздали. Они получат по заслугам. Здесь-то кто? Тимми. Где враг? Он превратил ли, что ли, его? Я так не пойму. Я могу помочь. Я позабочусь об этом. Я служу свету. Как скажете. Свет дает мне силу. Так, тут тоже нету ничего. Это забавно. Интересно. Хорошо. Ладно. Где враг? Разумеется. Давай сюда. Укажите цель. Не нужно кланяться. Где враг? Какой у тебя план? Не нужно кланяться. Я могу помочь. Чем могу помочь? Так, а что мне можно купить? Так, свиток исцеления, свиток защиты. Давай, свиток защиты. Не мешай мне думать.
Я посмотрю. Во имя правосудия. Готово. Ну что ж, приказывайте. Чего? И давай-ка ты построй башню. А вот здесь. Хорошо. Я служу свету. Здравия желаю. Во имя правосудия. На. Где враг? Прикажете открыть огонь? Я служу свету. Какой у тебя план? Где враг? Отличный план. На. Прекрасно, прекрасно. За честь и отвагу. Я могу помочь. Свет дает мне силу. Разумеется. Давай, 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 давай. Неплохо. Да, сэр. Сделаю. Укажите цель. Готов. Да. Лови. Не нужно кланяться. Это забавно. Где враг? Я могу помочь. Основное задание выполнено. Хорошо. Наивный глупец. Моя смерть ничего не изменит в целом. Теперь, когда покорение этих земель началось. Как раз за час уложился. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!